пошумим. Чемпионат Украины по битбоксу 2013. Сегодня 18 украинских битбоксеров будут сражаться за право показать себя на чемпионате мира по битбоксу. Бигпро, это же ты на главном лого. Как ощущения? Ощущения пока... У меня на немножко время застыло, потому что жду своего выступления. Ты спал сегодня? Да, конечно, я полностью выспался, чтобы быть энергичным. А покушал? Обязательно. Надо просто качать и расслабляться. Вот я начал тусоваться с бибоями очень много, и поэтому у меня очень-очень большой стимул появился, потому что не все время танцую под битбокс, все время рэпчик читаю под битбокс. И очень круто, иногда по 7, по 8 часов уже, и я давно так уже не битбоксил, поэтому я очень счастлив, все уже классно. По-взрослому выдавали свой бит без исключения все участники батла. С самого первого звука стало ясно, что Illumination предстоит горячий, не говоря уже о разрыве и сумасшедшей энергетике основного батла. Действительно, у сцены зрителей нехило качало, пожалуй, похлеще, чем Адрама. А вот за кулисами битбоксеры не находили себе места. Еще бы не волноваться, ведь судить ребят пригласили реальных перцев мирового битбокса. Билов, Бипони и Дарни оценивали качество звука участников сегодня. В первом раунде Illumination я заметил, что ребята осторожничают. В этом чувствуется высокий уровень. Я увидел колоссальную подготовку, каждый битбоксер выкладывался по максимуму. Были даже такие биты, которые я до этого никогда не слышал. Меня это безумно порадовало. Мне Биг Бро показал кое-какие крутые фишки. Думаю, я буду теперь использовать их в своем стиле. Правда, я не знаю, как он это делает. Дизель, скажи, пожалуйста, по каким критериям ты сегодня отбирал ребят? Ведь ты же не битбоксер. Я отбирал по одним критериям. Какие бы биты я бы взял бы для себя, для Грин Грея. И у победителя оказалось в арсенале больше тех битов, которые я бы взял. А с кем бы ты записал совместный трек? И запишешь ли, да. Вот с Феней, наверное, бы записал. Меж тем публика развлекалась, битуя даже вверх ногами. Поддержать участников подтянулись не только со всей Украины, но и гости Белоруссии и России. Особенно по сравнению с предыдущим годом, вообще level up. Все ребята подросли, и я стою, наслаждаюсь. Полным разрывом на чемпионате стал бит от Дарни. Офигевшие зрители буквально перестали дышать, пока звезда битбокса баловал звуком. Я это сделал! Я чемпион! Я обещаю всему миру, что я покажу уровень Украины на чемпионате мира. Коронный бит. Гипервентиляция легких. Я чемпион! Yeah! Star TV.